море серое всю ночь качается и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая и на локаторе тоска зеленая. И тихо в кубрике гитара звякает. Ах, в наших плаваниях бывало всякое, бывало всякое, порой хорошее, но только в памяти травой заросшее. Расскажи, в каком году закончил ты это военно-морское училище или что ты закончил? Военное училище никакого не заканчивал. А до войны ты не заканчивал? Ты случайно на флот попал? Как случайно, война после. А куда призвали? 17 лет после. Ну и куда попал вначале? На крейсер «Молотов». Какого этого пароходства? Ленинградского? Какого пароходства? Крейсер «Молотов» — это не пароходство. Это... Ну, я не разбираюсь. Это крейсер «Молотов». Это где было? На Дальнем Востоке, все где? Это было... В Индийском океане, ё-моё. Это в Поте было, в Поте. Потому что Севастополь был взят уже. Это крейсер и линкор Парижской коммуны стоял в Поте. Обложенные со всех сторон подводными лодками и самолетами. И стояли в боевой готовности один. Короче говоря, если за неделю ночь одну дали поспать, это значит было счастье. Стояли на пушках все время, тем более зенитчик был. А ты потом где-то там с японцами оказался? А потом в День Победы мы вернулись в Севастополь. Раньше даже, в Новороссийск, потом в Севастополь. И в День Победы выехали на Дальний Восток спецкомандой в Аляску за кораблями, за другими. Ехали до Владивостока больше месяца. Так вы на корабле шли? Нет. Нет, так ехали. Да. А, просто вас туда. На паровозе. Вот, ну, хорошо ехали, отлично ехали. Спецкоманда у нас... Маленькая была спецкоманда, там у нас было человек 50, три теплушки с людьми, одна теплушка с офицерами и одна теплушка, кухня и продукты. Ну, все было по большому счету, дай бог. Что это так. Союзники, да, вас пригласили туда, да, за кораблями? Туда. Ну и что дальше? Ну и что, приехали, и туда мы не попали. И началось... Война с Японией. А мы были спецкомандой, чтобы отправиться туда, на Аляску. А тут с Аляски как раз пришли фрегаты. И война с Японией, я попал на этот фрегат. И мы пошли воевать с Японией. А война с Японией была 20 дней. Ну и пошли, там были такие города Расин, Сесин, сейчас они по-другому называются, Гинзан. Японские. В Корее. Корея. В Северной Корее. Сейчас они по-другому называют. Самый ближний был порт Расин. Потом Сесин, Гинзам. И там десант высадили. Ну, а японцы уже струсили, но все равно, а там пару человек дали герои Советского Союза. Ну ни за что просто. А другие пошли на Сахалин, а там их встретили как следует. Видишь, как повезло. На Сахалине там они. Ну, по-настоящему попали. По-настоящему. Ну, они взяли все равно, но там было дров. Угу. А тут в Сесин зашли, и только два эсминца вышли японских. А фрегаты они, ну,
по водоизмещению такие же, как эсминцы, но они для другой цели. Эсминцы крепче. Фрегат этот против лодок и против самолетов. И для конвоя транспорта. Вот через Атлантику. Он может заправиться и два рейса сделать через Атлантику, сопровождать конвой. А мы пришли, и только два эсминца японских ушли оттуда. Ну, они почувствовали, что они ушли. И тут оно, а береговая батарея железнодорожная еще стояла. И она как плюнула 19-дюймовый. Это самый большой калибр. Это снаряд больше полтонны весит. По вам? Да. Перелет, недолет, и она ушла, зараза. И вышли, и никого там нету. Нет, там были только высадили десант. Остались японцы, вот что остались, очень мало, но прикованные, смертники. Что, прикованные в натуральном виде? В натуральном виде, сами себя приковали, чтобы, ну, у них было смертники. Ну, понятно, да. Ну, вот это, их почистили и все, а потом началась пьянка великая. Но я тогда был молодой-то, господи, а потом вот там... А потом ты куда-то еще, то ли в Японии, то ли в Америке оказался? Ну, а потом, когда это кончилось, война в мире, и мы пошли в этот... Два фрегата наш в Японию. Больше там никого не было из русских. Вот капитуляция, когда договор. Меняли посольство. Оттуда, это во втором рейсе, Симонова вывезли. И Горбатова, и писатели. Это уже второй раз заходили туда. А первый раз меняли посольство и по Токио пошастали. Вот посмотрите. Вот сейчас я смотрю, вот Токио. Я же там был. Вот. Ну, все изменилось, конечно. Да что там изменилось? Там было вот развалины и это самое. И огромный город, парламент только был, помню, такой пирамидальный. И дворец. Ну, дворец императора, он. И незаметный этот он, пруд, и потом такая крепость маленькая, и там он, как эта погода там стояла где-то. Да не, ну это все. А сейчас что такое вот это? Все. Ну все, ты все про свои военные подвиги уже рассказал. Ну, какие подвиги? Туда пошли, сюда, потом туда началась пошли, большая пьянка.